Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к ним по книге «Великие музеи мира» Адриан ван Остаде. Деревенский концерт, 1640 год. Холст масла 27х30. Адриан ван Остаде является одним из самых известных представителей семьи голландских художников. Мастером крестьянского бытового жанра, рисовальщиком и афортистом, учеником Франца Хальса. В картине ощущается влияние Адриана Брауэра, автора брутальных простонародных сцен. Несмотря на многосложный рембрандтовский тональный колорит, выдержанный в золотисто-охристой гамме и эффектную передачу светотеневых переходов, произведение со всей полнотой воплощает гротескный, комическо-пародийный характер крестьянских сцен Остаде и принадлежит к числу его ранних композиций. Вместе с тем, в образах музицирующих крестьян с их подчеркнутой экспрессией жестов и выразительной мимикой, художник раскрывает общечеловеческое начало, активность и непосредственность, полноту жизненных сил, умение извлекать из жизни ее простые, нехитрые радости. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Деревенский концерт», 1640 год, автор Адриан ван Остаде. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.